Значит, у нас в связи с передачей нам от Министерства обороны и муниципального образования город-герой Тула Дума офицерского собрания. То есть, к сожалению, город не в состоянии его потянуть и привести в порядок. Хочу напомнить, что это здание является памятником архитектуры федерального значения. И оно поступило в региональную собственность. Соответственно, здание закреплено на сегодняшний день за филармонией. Привести в достойный вид памятник федерального значения, который исторически выполнял функцию центра культуры, центра дворянства и имел многонациональное использование. Это был и концертный зал, и присутственное место, и места для встречи с представителями дворянства. И поэтому сейчас у нас есть предложение по введению этого памятника в историко-культурную среду города и его жителей. Сейчас предполагается из областного бюджета выделение порядка 30 миллионов, за которые можно будет освоить до конца 2014 года и частично работу провести уже до 1 октября. Тем, что он ставил задачу, возможно, что-то до 15 сентября. Это полный ремонт фасада, не реставрация, ремонт фасада, ремонт кровли, замена дверной группы, реставрация дверной группы, замена всех окон, проведение ремонта внутренних помещений, проведение ремонта коммуникации. Сейчас уже заканчивается ремонт электропроводки в 11 помещениях и ведутся отделочные работы. И стоит серьезная задача по тому, чтобы 9 мая в Малом зале уже ветераны, пенсионеры и люди, которые любят губернаторский духовой оркестр и знают о том, что была традиция встречи в этом помещении, могли посетить первую такую встречу, такой вечер, встретиться с вами. Да, Елена, я бы, наверное, не вдавался пока в подробности, может быть, по назначению. Мне кажется, все-таки самое важное сейчас определиться со сроками приведения памятника в порядок и включение его в общественно-культурную жизнь города и региона. Поэтому в какие сроки вы подготовите предложение по бюджету, который необходим, ну и, соответственно, по назначению помещения? Экспертизы здания уже проведены, а сейчас у нас стоят предложения по разработке рабочей документации. Понятно. Когда вы готовы будете объявляться для проведения рабочей документации? Просто нам, чтобы мы спланировали тот объем средств, который необходим для наиболее быстрого запуска этого объекта в эксплуатацию. По рабочей документации сумма стоит сейчас порядка 3 миллионов, и мы предполагаем разделить рабочую документацию. Вы когда будете объявляться? А мы это может пройти без аукционов. У нас основное учреждение, у нас есть до 2,5 миллиона возможности без аукционов. Понятно. Когда планируете заключить контракт? Сегодня приезжают представители, мы корректировки вносим, исключаем контракт. Хорошо, значит, тогда у меня просьба, соответственно, Татьяна Вячеславовна, что нам наша основная задача, мы в этом году сможем предусмотреть все необходимые средства для того, чтобы полностью подготовиться к началу реконструкционных работ. То есть там, где необходима реконструкция, надо проводить реконструкцию, а там, где мы можем обойтись капитальным ремонтом, нужно проводить капитальный ремонт. Потому что реконструкция капитального ремонта объектов культурного наследия и объектов памятников, объектов, которые относятся к категории памятников, разница может быть очень существенной. Да. Деньги нужно экономить, но при этом нужно работу проводить все быстро, качественно, чтобы как можно быстрее запустить его в эксплуатацию.